Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал. Вот я вам хотел показать свой новый трак. Я сейчас еду на Volvo 2013 года. Это, знаете, у меня там есть столик. Ну, знаете, как бы такая очень комфортная машина. И я бы хотел вам показать еще, что она у меня тоже на автомате. Вот видите, автомат. То есть, как бы, вообще не надо переключать даже передачи, ничего, оно все делает за вас. То есть вы просто, как говорите, ну, знаете, сидите и смотрите, за всем следите, как бы, чтобы ничего не было, никакой, ну, чтобы на дороге было все сейф, а все остальное она делает за вас. Как бы, так что вот я хотел с вами поделиться, вот видите, там тоже висит рация, и... Ну да, ребята, то есть, как бы, вот такие вот новости. Даю вам такой маленький апдейт про меня. Я, как бы, планирую больше делать видео. Вы много мне пишете, говорите, чтобы я больше видео делал, рассказывал вам. Ну, я буду больше делать, рассказывать. Так что обратно поделитесь этим видео со своими друзьями. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ставьте ваши комментарии.